Всем привет, с вами Владимир Царев. До финала конкурса «Битва голосов» осталось совсем немножко, поэтому я всех просто агитирую, призываю прийти, посмотреть, зарядиться эмоциями, с хорошим настроением, потому что очень много сильных участников, сильных вокалистов, совершенно новые номера. В общем, будет ярко и весело. Кстати говоря, это будет проходить 10 марта в 16:00 в районном ДК культуры в городе Красный Сулин. Я буду там, кстати, будет парочка сюрпризов от меня, и не только от меня, от хороших артистов, музыкантов, танцоров. В общем, остался только ты. Мы тебя ждем.